Вермишель вместо волос Бузова показала, как начала путь к успеху. Автор 19.05. 2020. Сегодня Ольга Бузова – одна из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса, однако было время, когда чувство вкуса изменяло артистки. К слову, касалось это не только гардероба знаменитости, но и ее прически. Сама Ольга не стесняется этого факта и смело демонстрирует кадры 16-летней давности. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. В последние годы Ольга носит темные волосы и делает самые актуальные стрижки. Сколько бы негатива хейтеры не оставляли на странице звезды, ее прически это, как правило, не касается. Несколько дней назад случилось исключение, и подписчиков Бузовой очень удивил ее внешний вид, хотя стоит признать, что речь идет о кадрах, сделанных в 2004 году. Именно тогда широкая общественность впервые увидела Ольгу в эфире, и эпатажная блондинка посетила поляну, дома 2. К годовщине этого события артистка поделилась роликом, на котором видно, как она знакомится с другими участниками реалити. 16 лет на ТВ. Ровно 16 лет назад. 15 мая я впервые появилась на экранах телевизора в шоу «Дом 2» как участница. Спасибо, что вместе со мной проходите этот путь от участницы реалити до ведущей самого популярного шоу и самой популярной девушки страны, пишет звезда. Больше всего поклонников Ольги, которые не следили за ее творчеством в начале 2000-х, удивило то, какую прическу она делала в то время. Боже, что с волосами. Это доширак. Вермишель вместо волос, какие смешные и нелепые кудряшки, удивляются комментаторы. Впрочем, большинство из них принялись вспоминать былые времена и делиться друг с другом историями, как впервые увидели на экране Бузову. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.